Так, стадия, когда не чувствует тело совсем, да? Ну, садись. Садись, садись. Погружайся дальше. Дальше иду. И представляешь, мои руки потеряли полную чувствительность. Я их трогаю. Они полную чувствительность. Как будто бы они здоровых толстых перчатках. Резиновых перчатках. Перчатки не чувствуют боли. Абсолютно не чувствуют боли. Абсолютно. Чувствуешь себя хорошо. Чувствуешь себя замечательно. Чувствуешь замечательно. И сейчас ты можешь ощутить, что комарик укусил тебя. Комарик укусил твою кожу. И когда ты откроешь глаза, ты увидишь большого комара, но абсолютно не пугайся, он добрый. Комар добрый. Глазки открылись. Посмотри, что ты видишь. Комар. Какой комар? Большой. Большой? Большой. Что он делает? Сосет кровь. Сосет кровь. Убрать его? Боль есть? Хорошо. Очень хорошо. А теперь этот комарик начинает расти. Ты видишь, растут его крылышки. Подними, отпусти его. Отпусти, пускай улетает. Пускай улетает. Он исчезает. А рука становится еще крепче, еще лучше. Еще крепче и лучше. И застывает в этом положении. В этом положении. Застыла. Рука задеревенела. Чувствуешь себя. Превосходно. Ты можешь сейчас оказаться в лесу. И указывать дорогу. Дорогу туда, где твоя место, там, где ты питаешь энергию. Что ты видишь сейчас перед собой? Белый камень. Белый камень. На что он похож? Какая форма у него? Мрамор. Мрамор. О чем он тебе говорит? О силе. О силе. Ты чувствуешь силу этого камня? И этой силы ты начинаешь заполняться. Заполняется все твое тело. Ты отдыхаешь. И тело наполняется силой. Тело наполняется уверенностью. Наполняется полностью. И это фиксируется у тебя внутри. Глазки открыли, чувствуешь себя прекрасно. Сила, уверенность. Как себя ощущаешь? Отлично. Задавайте вопрос. Комар малярийный был. Нет, добрый. Такой коричневый.